На этом стенде собрана интересная биографическая информация о военном враче Владимире Белове. В прошлом году подполковник Вооруженных сил России отметил свой 60-летний юбилей. В знак уважения в школе номер 3 ученики вместе с педагогами подготовили необычную экспозицию. Для развития патриотизма наших детей. Потому что нам есть на кого равняться. Мы на него смотрим, учимся, как растить будущее поколение, какими вырастут наши мальчики. Сегодня у муромских школьников была уникальная возможность пообщаться с героем своей страны лично. Владимир Александрович Белов, он военный хирург, участник войны в Чечне. Он спас очень много людей, очень много жизней людей. Мне кажется, он очень заслуженный. Прямо эта награда, которую ему дали, заслужена. Помогать многим людям и сохранять их жизни – это великий подвиг. И вот это как дань уважения. Этот стенд. И, по-моему, это еще меньше из того, что можно сделать. А помогла Владимиру Белову стать человеком с большой буквы? Конечно же, школа. Сегодня Владимир Александрович даже встретился с одной из своих любимых учительниц. Я благодарен своим учителям в школе. Я благодарен своим преподавателям в медучилище. Благодарен преподавателям своим учителям в институте. Я не ожидал, что вот так вот все будет. Я думал, так открывается стенд, я приеду, тихо по-семейному, мы его откроем, тихо по-семейному и разойдемся. А понимаете, а то так это все торжественно, что я даже растерялся. Почти всю свою жизнь Владимир Белов посвятил, а вернее отдал медицине. О том, сколько операций и как непросто их было проводить в Первую Чеченскую войну, врач вспоминать не любит. Говорит, что в этом и заключался его долг перед Родиной и людьми. Много сил уходило. Меня семья не видела. Наверное, есть люди, которые еще больше сделали. Вот мой личный рекорд не ухода от постели больного 4 суток. Вот я 4 суток не выходил из реанимации от постели больного. «Достойный сын своего отечества» – эта фраза не раз звучала на встрече. Отрадно, что такие люди родом из Мурома. Екатерина Задовская, Николай Младенов, Новости Муром.